И серьезная авария произошла сегодня утром в Гродно. На пересечении улиц Заболоти и Соболянская столкнулись Volkswagen и мотоцикл. Сообщается, что оба водителя двигались в попутном направлении. По предварительной информации ГАИ, мотоциклист собирался повернуть налево и, возможно, в этот момент шофер легковушки пошел на обгон, либо не рассчитал дистанцию. В результате ДТП травмы получил 34-летний байкер, и сейчас он в больнице.